Во всех океанах и морях можно встретить бессмертную медузу. Она действительно может жить вечно, несмотря на голод или раны. При необходимости медуза возвращается к стадии полипа, тем самым омолаживая свои клетки. Всем привет, с вами Аза Кашапова. О погоде на пятницу, 5 мая, смотрите прямо сейчас. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам облачно. Днем плюс 7, ночью минус 5. Скорость ветра 7 метров в секунду. В южных районах пасмурно. Днем 12 градусов тепла, ночью плюс 1. Порывы ветра 7 метров в секунду. В Улан-Удэ пасмурно. Максимальная температура плюс 13, ночью ровно 0. Скорость ветра 8 метров в секунду. С вами была Аза Кашапова. До скорых встреч!